Привет, друзья, меня зовут Тарас Рычко, и сегодня я расскажу вам про реально классный рыболовный рюкзак Rapala 3 в 1. В первую очередь, он имеет огромный вместительный отсек прямо посередине, вот здесь. Он прямоугольной формы, поэтому здесь без особого труда поместится 3-4 больших коробки с воблерами, с джигом и еще пару катушек. Далее, у нас есть дополнительный отсек, в котором вы можете положить другую свою продукцию или, например, провиант. Здесь у нас сбоку идут карманчики под сеткой для бутылок с водой. А вот эти вот застежки можно использовать для переноса ваших тубусов или удилищ в сложном состоянии. С этой стороны у нас дублируется то же самое. Сам рюкзак имеет очень удобные плечики для переноски и анатомическую форму именно вот этой части, которая прилегает к спине. Здесь у нас есть защелка, чтобы при переноске вы меньше сил тратили на то, чтобы поправить эти лямки. D-образные петли для крепежа инструментов и другого мелкого инвентаря. Когда вы садитесь, рюкзак можно настроить таким образом, чтобы он стоял на земле. То есть ваша спина не нагружается. Кроме этого, можно облокотиться на рюкзак. Таким образом, ваша спина будет точно в безопасности, вы ее не простудите. Но, если вдруг пошел дождь, и вы не хотите, чтобы все это намокло, хотя я напомню, что материал, из которого сделан рюкзак, называется 600D, то есть она реально водонепроницаемая и имеет повышенную истираемость. Здесь есть специальный чехол от дождя, который очень быстро разворачивается, натягивается на сам рюкзак, и никакой дождь уже не промочит содержимое вашего рюкзака. Все это также очень быстро убирается и сворачивается назад. Никаких хитрых движений. Просто скомкали. Быстренько. Раз, два. И этого чехла как будто здесь и не было. Застегнули на молнию. И все. Но вдруг, если вам не нужен такой большой рюкзак на рыбалке, и вы реально обходитесь пару коробочек, нижнюю часть этого рюкзака можно отстегнуть. Две фиксирующие скобы. Плюс молния. Очень легко отстегнули. И вот уже у вас в руках небольшой рюкзак, который очень удобно переносить за вот эту вот ручку. Анатомической формы прорезинена. Она выдерживает вес рюкзака без особых проблем. Надели. И у вас простой урбан рюкзак. Вы можете носить его по городу. Можете ходить с ним в спортзал без особых проблем. Он очень удобный. Нижняя часть рюкзака представляет собой отдельную сумку. Материально самостоятельный аксессуар. Его можно дополнить ремешком, который очень легко фиксируется с помощью вот этих вот быстрых съемников. Здесь у него в центральной части большой отсек. В котором производитель уже сразу комплектует двумя коробками Rapala. Сам отсек достаточно вместительный, то есть туда поместится много вещей. Здесь в этой части у нас есть карман с водонепроницаемой сеткой, пленкой. Вот, сюда можно положить ценные вещи, такие как паспорт, пауэрбанки, телефоны и другую электронику. С этой стороны у нас небольшие кармашки с сетчатыми такими отсеками. Здесь также много места, сюда могут поместиться крючки, поводки и другая мелочевка. То же самое и с этой стороны. И вот здесь у нас фронтальная сторона, тоже отсек, который открывается очень широко. Вот таким вот образом. Здесь у нас два прозрачных кармашка, где вы можете хранить, например, такие вещи, как готовые поводки, которые вам нужны в визуальном контакте, посмотреть, какой длины поводок или, например, что в принципе здесь лежит. Здесь также есть сетчатый кармашек для вещей, которые нужны в быстром доступе. И вот такой вот небольшой штрих для
переноски рюкзака или крепежа его на другие элементы вашего рюкзака. Все это также очень легко собирается в обратном порядке. Ручка обычно вот здесь в боковом кармашке. И обратно это все крепится без особых трудностей на рюкзак. Если вам вдруг понравился такой рюкзак, на него сейчас действует скидка. Цена 1900 гривен. Ссылочку на это все я оставлю в комментарии к этому видео. При этом не забудьте написать в комментарии, что видел рюкзак в обзоре у Тараса, хочу такой же самый. А с вами, как всегда, был Тарас Рычко. До новых встреч. Пока.